почти готова. Подмастерье, подай-ка мне вон ту штукенцию, и можем заканчивать. Ой! У, Пегаси Перя, что ты наделал? Теперь никто и никогда не сможет просто взглянуть на винтраж и узнать о чудесной дружбе между нашей обожаемой принцессой и ее волшебным советником Старсвиллом. Теперь это большая тайна. Или что-то типа того. Уй! Не так давно. Сестра, как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Спасибо вам за заботу. У вас голодный вид. Да, игриво слегка растрепана. Принцесса Селестия, вам сделать что-нибудь? Чай? Чай? Холодный. Компресс? Торт? Откуда она их обычно достает? Ответа нет. Хорошо, что вы целы. По большей части. В порядке? Ты словно тюг. Бездыханная. Вывалилась из волшебного зеркала. Вывалилась из волшебного зеркала. И это называется в порядке? Где ты была? Что произошло? Я была в другом мире. На меня напали. В зеркале мы видим короля Сомбру. Это он на вас напал? Что? Нет, конечно нет. Он бы никогда, в смысле, принцесса, он бы никогда что? Еще бы как что? Он же злодей. Нет, не злодей. По крайней мере, не там. Что? Принцесса? Что это значит? Сама бы хотела знать. Вы все помните зеркало, ведущее в мир, где теперь обитает Сансет Шиммер? А то! Я там стал собакой. Опыт весьма необычный. Зеркало же, из которого я выпала, совсем другого характера. Можно сказать, прототип. И оно ведет в другие миры. И я посещала один из таких миров, очень похожий на наш, но в то же время совсем иной. Там Сомбра, король Эквестрии. И он добрый и чудесный повелитель всех пони. Но что-то произошло. Теперь наши миры очень и очень тесно связаны. И битва Сомбры со злом теперь влияет и на наш мир, на меня. Значит, мне должно отправиться в этот другой мир и сокрушить врага? Давненько я не участвовал в хорошей потасовке. Да, пусть Луна отправляется в приключение, а мы пойдем домой. Нет, Луна, ты не должна в это ввязываться. Что? Почему? Я жажду опасных приключений. Опасных? Вайлет Спаркл, ты и твои друзья должны взять элементы гармонии и отправиться сквозь зеркало. Элементы – единственная надежда на спасение мира Сомбры. Принцесса, скажите, что нам нужно делать? Вам нужно отнести элементы гармонии королю Сомбры и помочь ему побороть зло, нависшее над его подданными. Это злодеи немыслимой мощи. Но непогрешимых злодеев не бывает. Я надеюсь, что вы вшестером. Всемером! Всемером сможете осуществить задуманное. Что значит... Что значит непогрешимый? И почему же мы не можем все сделать сами вдвоем?
Я, знаешь ли, немножко разбираюсь в могущественных, но уязвимых супостатах. Словарь. Ого, еще одно новое слово. Как здорово. Откуда? Мы не можем, Луна, потому что мы и есть это самое зло, обрушившее на тот мир. Мы и есть злодеи. Подумаешь, с принцессой Луной такое же уже было. И что? Пардон. Пардон? Не хотелось бы цитировать Радужногривую. Ну да, со мной такое уже было. И я с радостью возьму на себя обузу битвы. Самой собой. И злой тобой. Если честно, как представлю тебя злодейкой, голова кругом идет. Хотелось бы самой увидеть. Я сказала, нет, Луна. Наши миры сблизились. И связь между ними только усилилась. Я не рискну вернуться туда и укрепить ее еще больше. И тебе тоже не стоит. Хорошо. А какая разница, кто пойдет? Разве на нас эта связь между мирами не влияет? После долгих раздумий я пришла к выводу, что нет. В мире сомбры элементы гармонии не существуют. У вас должно получиться попасть туда и не усугубить положение. Принцесса, вы просите нас драться с вами. Я не думаю, что у меня получится. Не думаю, что смогу причинить вам вред. Будь вы добрая или злая. Тварет, родная моя, мне и не нужно причинять вред, мне нужно помочь. Ну вот, загадками говорит. Боюсь, на разговоры больше нет времени, нужно спешить. Ну, так что, вы идете? Конечно! Спайк, принеси элементы, пожалуйста. Сейчас! Еще как идем! Да, я что угодно отдам за возможность увидеть, какая я крутая в другом измерении и в деле. Ох, это нам придется встретить самих себя? Одни штампы. Уверена, до этого дела не дойдет. Битва ради спасения мира, в которой нужно победить злую версию полюбившегося персонажа? Да кто от такого откажется? Я иду! Собирай элементы, чтобы мир спасти. Зеркала, работающие от заклинания, отличаются от тех, что зависят от лунного цикла. Вы сможете вернуться, когда угодно. Можно только прочесть вот это заклинание. Прочти и хорошенько его запомни. Я уже придумала мнемоническую технику для запоминания. Теперь-то уж точно не забуду. Если что-нибудь случится, отправьте мне сообщение через Спайка. Король Сомбра будет ждать вас в замке по ту сторону портала. Удачи! Ну а теперь давай немножко поговорим. Ой, а что если в том мире мы совсем другие? Например, я там единорог. Было бы волшебно! Да ну! Да ну, скукотища! Эй! А если ты там земная пони? Что-то жуткое творится с моей гривой. Успокойтесь!
«Слушайте меня, скажите, что с ней все нормально. Что-то мне от этой круговерти позорище какое. Ой, еще раз! Это контрлот? Мамочки! Все такое безжизненное, похоже, дело и правда дрянь. Это получается, если ничего не выйдет. Наша эквестрия будет так же... Наша эквестрия будет так же выглядеть? Надеюсь, что нет. Может, все не так уж и плохо? Нет, все плохо! Кто здесь? Что вы вшестером? Всемерном тут делаете? Всемером! Как хорошо, что вы спросили. Мы здесь для... Молчать! Да, это же те самые негодяи. Арестовать! Что? В прошлом. На пол не плевать. Мы 5 секунд тут не пробыли. А ты уже оскорбил дворецкого стражника Блеск. Кто бы... Но у него была смешная шляпа. Кто бы говорил. Ты даже не представляешь, через что я прошел, чтобы найти такую восхитительную шляпку. Не нравится мне все это. А мы не можем просто взять и уйти с помощью магии? Ага, а вот и он! Доброе утро, пришельцы! Добро пожаловать в контр... Добро пожаловать в контрлот. Лучше не стоит. Не стоит создавать лишний переполох. Пока мы здесь, а побег — это переполох. Этот мир очень похож на наш. Могут возникнуть парадоксы. Нужно дождаться аудиенции короля. Мы с ним поговорим и все объясним. На пол не плевать. Обязательно нужно было смеяться над их шлемами. Они бы, может, нам и уйти дали. Но нет, ты прошли, мы зарядила. Вернемся в настоящее. Что? Это просто наблюдение. У них действительно смешные шляпы. Тут я соглашусь с Твайлайт. Они и правда безвкусные. И как же мы отсюда выберемся и найдем короля Сумбру? Я не знаю. Что? А, точно. Сверкать. Пойдемте, может быть, здесь есть кексы? Мрачные кексы. Знаешь, порой мне кажется, что она умнее всех нас. Жуть, да? Там существует бесконечное количество вариантов. И кто из всего этого множества настоящий? Дух захватывает, можно жизнь положить на изучение простой концепции. Путешествие по многомерному космосу. Ух! Простой? А что если в другой вселенной мы все сладости? Уверена? Я была бы слоеным тортом. Да и все вы тоже были бы очень вкусными. Мне кажется, сейчас не самое время обсуждать экзистенциальные теории. Может,
сменим тему. Тем временем в контрлоте. Ну, вы поняли. Я понимаю, что ты не могла мне рассказать раньше. Мы не ладили. У меня было помутнение, а потом изгнание. Но когда я вернулась, ты должна была мне все рассказать. Луна! Я не могла. Вот и все. Это прекрасный пример ошибок моей юности. Я вела себя безрассудно и потратила впустую слишком много времени. А теперь все в опасности. Мне так стыдно. Даже королевские особые не бывают без изъяна. В конце концов, ты ведь просто пони. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, сестра. Ты ведь понимаешь, что раз Твайлайт там с ним, она рано или поздно узнает всю правду? Тебе стоит больше в нее верить. Многим она очень похожа на тебя. Остается только надеяться, что она не потеряет ко мне уважение. Ну а теперь рассказывай о ваших приключениях со Стар-Свирлом. Я его совсем не помню, только бороду и шляпу. Даже 1000 лет на Луне не смогли стереть эту шляпу из памяти. Так. Вжух! И снова в прошлом. Селестия? Стар-Свирл? Я тут хотела у тебя попросить книгу о гидрах. В вечном диком лесу. Завелась одна, надо бы с ней расправиться. А, гидра! Принеси мне пару чешуек. Крайне полезный ингредиент для зелий. По правде говоря, я рад, что ты зашла. Я продолжаю писать о возможности создания парадоксов, которые мы обнаружили, пробыв в зеркале. Слишком долго, я думаю, на время стоит оставить наши прогулки, пока я совсем не разберусь. У тебя есть минутка? Не сейчас. Мне нужно разделаться с той гидрой. Поговорим потом. Что я делаю? Вру своему единственному другу. Развлекайся, сообщи, если понадобится помощь. Волшебством я ведь еще ого-го. Назад будущее настоящее. В общем, ясно. Есть кто? Тук-тук. Входите. Король Сомбра? А он хорош. Особый. Приветствую, друзья. Селестия сказала, что отправит вас на помощь. Я вас ждал. Ждал? Серьезно? Нас вообще-то арестовали, сразу как бы тут очутились. Странно. Я раздал стражникам вот такие листовки, и они должны были вас узнать. Пойдемте, нам нужно многое обсудить. Да, ваше величество, король, господин. Махараджа? Можно просто Сомбра. Я столько слышал о том, как элементы гармонии спасли ваш родной мир. Селестия только и говорила о том, как она вами гордится. Я так рад, что вы пришли. Я уже не знаю, что делать. Просто в
отчаянии мне нужна помощь. Селестия заверила меня, что отправит шестерых. Семерых! Семерых самых лучших защитников, то у нее есть. Особенно тобой, Пайлот Спаркл. Она прямо светится, когда говорит, как гордится тобой. Правда? Мы все гордимся нашей маленькой принцессочкой Твайли. А ты должна быть Пинки Пай. Как я и говорил, элементы. Кто? Мамочки! Ух ты! Так, Сомбра, а кто твои новые друзья? Хе! А куда делась твоя красавица-подружка? Я с ней не закончила, а она убежала. Что вам здесь нужно? Снова прилетели злорадствовать? Мы просто заскочили поздороваться. Ну что, ты не передумал насчет моего предложения, а? Иди-ка ты со своим предложением в... Эй, злая Селестия! Еще одна принцесса. Аликорн, Сомбра, где ты ее достал? Луна! Ну разве она не прелесть? Ну и что ты можешь наколдовать вот этим малютка, парочку тузов? Принцессы, Селестия злолуна. Вот теперь уже интересно. Спайк элементы окончил с этим. Сейчас. Кстати, тут не все так просто. Красное с черным? Да все злодеи такое носят. Все. Нет. Прекратите немедленно! Твайлайт, прочти скорее! Там, где принцесса хорошая. А ты видела, как несколько стражников земных пони решили научиться стрелять из лука? Нехорошо получилось. Шмяк! Они решили использовать яблоко и... Селестия? Сестра, ты в порядке? Сближение ей не причинить вреда. Я так этого боялась. Стража! Пергамент и перо! Срочно! Мне нужно написать маленькому пухленькому дракону немедленно! Бдыщ! Ай! Стража, скорей! Ну что, подождем, пока они зевают? Дочитают. Не. О, придумала. Полетели бить лежачего. Сомбра, мы еще вернемся. Ты не сможешь вечно отказываться. Еще лучше придумала. Сначала собьем кого-нибудь с ног, а потом уже будем бить лежачего. Получается, что бы мы ни сделали с этой парочкой, мы навредим принцессам Селестии и Луне? Ой, о нет, что же мы наделали? Ты вся та-ля-ля. В письме еще что-нибудь написано? Селестия в порядке? Моя дорогая, милая Селестия, я должен знать. Твоя? Дорогая? Милая? Селестия? Она должна остаться невредимой, моя любовь. Сообщи им, чтобы они его спасли, мою любовь.
Ходит легенда о шляпе великой силы, затерянной в этих водах, и охраняет ее чудище морское. Я отправился в 87-е и дневное плавание в поисках шляпы. Надо было журнальчик взять, что ли. Должно же быть хоть что-то. Плюх. Плюх. Ну и гадость. Здрасте. Выбирай с умом. Это лучшая шляпа на свете. Плохой выбор. Плохо моя тетя пахнет, а шляпа отличная. Вот и вышла Старсвирл. Конец.